Антон. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы сегодня с нами, что вы пришли на этот концерт, который мы начали с древнего пения тоюк. Это горловое пение народа Цаха, которое насчитывает многие-многие тысячи лет, и никто не может сказать, когда оно взяло свои корни, и вся его красота заключается именно в прерывании звука вот этой манерой. Возможно, это пошло из степей, когда древний якут или древняя якутка, сидя в степи, глядя на луну, хотели выдать вот все то, что их наполняло, вот переполняли чувства от этой красоты наших северных просторов, наших гор, этого снега, подснежников. И вот этот зов, этот тоюк выходил благословенной песней. Я сегодня очень рада видеть вас, и давайте вместе насладимся музыкой Хомуса, древней музыкой Саха, горловым пением, и наполнимся этой древней исцеляющей энергией. Спасибо, что вы сегодня со мной. Я хочу исполнить композицию на хомусе, в которой не будет никаких компьютерных обработок, в них не будет фонограммы. Эта композиция называется «Поющие небеса» или «Голоса небес». В этой композиции вы услышите всех священных птиц Якутии, так как якуты, они исповедуют тимбрианство, они исповедуют язычество, они поклоняются духам земли, воды, леса, огня. И птицы, особенно белый стерх, белый журавль, является особенным, знаковым, тотемным животным. Итак, композиция «Поющие небеса». Живой хомус. You.
Thank you.
звучит теплой музыкой. Я надеюсь, вы убедились, насколько гармоничным он может быть в любом контексте. Честное слово, я играла на хамусе с симфоническим оркестром, с рок-музыкантами, с какими-то молодежными неформалами даже приходилось играть. И знаете, он вписывается. Видимо, он настолько древний и прошел все этапы становления, он застал всю музыку, всю ее впитал, поэтому он такой красивый, волшебный и всегда актуальный. И есть у каждого народа. Я знаю, что в Казахстане он называется шанкобыс, и я надеюсь, что у меня в ближайшее время появится в моей коллекции казахский друг хомус шанкобыс. Разрешите двигаться далее. Хочу подарить композицию, которая посвящена одному также из тотемных животных. Эта композиция называется «Древняя легенда белой волчицы». Для якутов, для народа саха, волчица является священным тотемным животным. И вообще считается, что якуты произошли от белой волчицы. Поэтому сейчас я хочу подарить вам композицию древней воительницы, волчицы, которая наравне с ботурами, наравне с бухатырами, с мужчинами сражалась за свои края, за свои земли. Гордая птица, гордая волчица-шаманка. Древняя легенда. Оно звучит таким образом.
Вот такие щелчки карданные, они, наверное, подражают цокоту копыт, как вот предполагают этнологи, ученые. И поэтому очень часто с этим звуком поют песни, посвященные божеству Джайгай, божеству лошади. То есть у якутов, я знаю, как и у казахов, очень ценится лошадь, чтится, ее любят. Ну, как ее можно не любить, она так прекрасна. И знаете, я выросла сама на ипподроме. Я каждый день, будучи маленьким ребенком, видела, как скачут лошади, копировала их какие-то звуки, повадки. И научившись делать тангалей и ре, да? Это называется тангалей. Я первым делом положила на эту песнь мотивы вот этой вот носово-горловой песни. И это очень древняя песня. Многие тексты даже ее не переводятся уже, потому что язык древний не используется современными саха. И сейчас я вам напою отрывок из нее, акапельный, чтобы услышать вот этот тангалай реда. В ней вы услышите северные мотивы, самые популярные, самые древние, самые истинные. Андрей, я приглашаю тебя, ты уже здесь, аплодисменты. И сейчас я схожу за еще одним инструментом, потому что они все в разной тональности. А вы пока познакомьтесь еще ближе с Андреем, его волшебным инструментом. Oh,
арендуя, они вселяют такую энергию, прям наполняющуюся, и когда играешь, кажется, что она бесконечна, эта композиция, и не хочется, на самом деле, чтобы она останавливалась. Как будто бы ты танец погружаешься, и вот это решение, оно качает тебя на своих волнах, и, наверное, потому что хомос, он даже по виду похож на ключ. Это, наверное, ключ, который открывает наши сердца, открывает наши умы, тела, расширяет наши мысли. Очень часто люди после концертов говорят, что у них мурашки бегали просто табунами. Вот вдоль и поперек, как кони. Я говорю, ну, значит, вы правильно прочувствовали, значит, ваши генные нотки были правильно задеты, эти самые тонкие струны души. Спасибо вам, и я надеюсь, что сегодня ваши души также открываются под звуками Хомуса Шанковза. Подарить композицию, посвященную божеству Джагадой. Эта композиция называется «На скачках». Якуты очень любят скачки. Они все время вот приезжают прям с улусов, из далеких деревень, ставят там какие-то, видимо, ставки, я не знаю. В общем, скачки — это прям национальный праздник. Поэтому эта композиция посвящена этому чудо-действу. «На скачках». Поехали! Все вместе водят хороводы. И, конечно, никаких фанатов.
программах и аппаратуры в тундре нет и речи. Поэтому это все происходит под бубен и под собственное горловое пение, подражающее дыханию оленя. А кто знает, как дышит олень? А я вам покажу. Он дышит так. И вот так вот северный народ поет свои песни. Поехали. Хэджи.
мой концерт. Я отдала дань этому прекрасному божеству. Я думаю, что на его красивых длинных крыльях я продолжу лететь дальше при вашем благословении. Спасибо. Я предлагаю поддержать зрителя со словом «бис». Мне кажется, так просто невозможно ее отпустить, правда? А сейчас давайте мы научимся все вместе по якутской традиции, когда какое-то хорошее мероприятие происходит, якуты, народ саха, кричат, значит, так. Один кричит «уруй», другие кричат «айхал». Я опять «уруй», вы «айхал», я «уруй», а вы три раза «айхал», «айхал», «айхал». Договорились? Поехали! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Огромное спасибо! Очень рада увидеться с вами.